Всем привет! Меня зовут Вадим, я представляю компанию Lemma. Мы занимаемся производством различных деревянных конструкторов. Перед вами самолет У-2. В комплект входит 14 деталей, изготовленных из трехслойной фанеры. Собрать их очень просто. Клей в данном случае не понадобится. Открываем упаковку. Выкладываем детали нашего самолета. Рассмотрим их. В наборе основа У-2, верхнее крыло, кабина самолета, состоящая из трех частей, двух лицевых и одной центральной. Подвижный пропеллер, шасси, 4 детали крыла, пара колес для шасси и фиксатор пропеллера. Итак, приступим. В первую очередь соберем кабину самолета. Складываем детали таким образом. Вставляем основу У-2 в пазы кабины и плотно фиксируем. Затем вставляем детали крепления крыла в пазы основы нашего самолета. Берем верхнее крыло и соединяем его таким же образом, фиксируя детали крепления. Следом закрепляем шасси внизу самолета и присоединяем колеса. Накладываем пропеллер, закрепляйте не сильно туго, иначе пропеллер не будет вращаться. Наш самолет готов. Приятной игры и до новых встреч!